Всем привет! Я приехала в один из классных парков Москвы. Северная Тушина. Очень зеленый парк, большой. Значит, есть тут корт, где можно поиграть в большой теннис. Экодом с котом. Какое-то экологическое кафе открыли. Так. Сегодня у нас погода в Москве шикарная, я вам скажу. Жара 40 градусов. Это просто невыносимо, потому что в Москве жара, конечно, переносится намного сложнее, чем на юге, на том же. Если у нас 30 градусов, ощущается все 40. Дышать нечем. Но погодка хорошая, конечно. Прям настоящее лето. Так, вот баскетбольная площадка. Так. Посмотрите, сколько зелени. Какой зеленый парк. Какие-то вот мишки там. Дети на них залезли. Так, вот еще одна площадка. Волейбольная. Нет, по-моему, тоже баскетбольная. Да, еще одна баскетбольная площадка. Сейчас мы спустимся к воде. Я вам покажу Москва-реку. Там безумная красота. Есть такой туалет оборудованный. Бесплатный. Белочка. Вот, белочки прыгают здесь спокойно. Вообще прелесть.